Что ж, дорогие друзья, остался уже один я. Адекват свалил спать. Влад долечивается. С вами Good Hunt, это ESP Shock Therapy Cup. Radical Online Extremist, они же RockSkiz против Team и Hack. Сетка лузеров, Best of 1. Проигравший вылетает с турнира, победивший проходит на Speed Gaming, да, которые только сейчас проиграли Артизи и его компании. Что ж, перейдем к пикам и банам. Bristol Back OD для RockSkiz, Team и Hack забирают себе Timber Soul и Dazzle. В бане уже находятся Crystal Maiden, Visage и Elder Titan. От обнимашек Роксы избавились от Наги, Шейкера и Разора. Сейчас немножко звук прибавлю. Так будет интересней. Минус Death Profit. Интересный выбор. Почему-то Роксы избавились от Банши. Видать, какой-то есть план капкан. Radiant Team Pick. Старое название команды Ихаг это Pretty Boy Swag, которые участвовали на MLG. По-моему, это был их первый лан, где они засветились немного. Ну, как немного, им все проехались по голове каточком. Но Radiant сейчас ребята подсобрались и вроде как показывают более-менее адекватную игру. Что ж, Пугна третьим пиком для Роксов. Луну забирают обнимашки. И смотрим продолжение пиков. Что вырисовалось? Есть оффлейнер, есть один саппорт. Дазл, кстати, Дазл стал очень часто использоваться. Если не ошибаюсь, он появился практически во всех играх, которые сегодня были. И вроде как везде заезжал он неплохо. Shadow Shaman. И Роксы собираются спушить. Причем достаточно быстро. Есть Пугна, есть Раста. Кстати, интересный выбор. Пойдут они на один лайн, я так понимаю. Enchantress у Димашек. Ну, пока сильного от пуша нет. Потому что поставятся варды, поставится парочка бластов на вышку. И вышка уедет в небытие. И последние баны. И Хаги забанили Абадона. Минус Бейн. Здесь, скорее всего, будет Пугна в роли мейн керри. ОД пойдет в мид, Bristol Back станет no flame. Ну и значит, мы сейчас увидим еще одного саппорта, который, скорее всего, будет магическим. Подпугну. Минус Никс. Троксов. Что ж, последний пик обнимашек. Кто это будет? Это будет кто-то в мид. Если, конечно, туда отправится не Dazzle, по примеру, Артизи. Посмотрим, что же они возьмут. В принципе, не в бане Шторм на данный момент. Пак также открыт для пика. Можно спокойно забирать и реализовывать. Резерв тайм. Тридцать секунд бонус тайма на последний пик. На самом деле, вот пик Роксов сейчас выглядит куда агрессивней на ранней стадии игры. Точнее, как ранней стадии. Ну, при получении шестых, седьмых уровней, минуты на десятые они будут выглядеть куда активнее. Если ОД сместится на лайн, Bristol Back сможет нон-стоп вообще спамить при нем дешевыми спылами. Опустить его пассивку, Shadow Shaman с вардами и пугной будут сносить вышки, появятся быстрые мехи, возможно, некра и так далее. Dragon Knight в мид от Team Ехак. Ну чем ответить Роксы? Возможно, появится опять что-то на пуш. Может быть, Виномансер, который сюда бы неплохо заехал, если будет качаться через варды.
Ну, сейчас увидим. Есть время у Габлака подумать. 10 seconds remaining. Полторы минуты еще. 5 seconds remaining. На все про все. 633 это БЗЗ, 333 это, я так понимаю, Габлак. Все как-то так. Ну что, бонус тайм пошел. Габлак задумался над последним пиком. Что же это появится? Это Энигма с увеличенным АОЕ под Black Hole. Посмотрим, сможет ли Йол в пятерых жахнуть. На самом деле, Энигма тоже неплохой задаток под пуш. Эдалоны, которые, в принципе, могут натыкать очень даже неплохо. Ну что, кто на ком и кто куда? Команда EHAX. Panda Ego играет на Dazzle, MSS играет на Луне, Ruyuborus Dragon Knight, I'm a Ship, Enchantress, Cakes, Timber Soul. Команда RockSkiz. Габлак играет на Shadow Shaman, он же Rasta, Yol, Enigma, Скандал, Devour, BZZ из Perfect, Pugna, ну и Седой на Bristol Beck. Ну и БЗЗ наверняка в своем волшебном сете. Что, попытка вот отспануть. Вообще есть чем подцепить. Правда, у Enigma тут Demonic Conversion вместо Малифейсом. Конечно, с Малифейсом Йолу бы было тяжело в лесу в начале, но в начальном файте помогло бы. Секунду, закрою все лишние странички. Подлагивает что-то плотненько. Ладно, продолжим. Enchantress Dazzle. Контролит руну на ботами, и, возможно, им повезет. Может быть и нет. Нет, им не повезло. Руна на топе — это хоста. Заберет ее Йол себе или нет, непонятно. Нет, не забирает ее Йол себе. Ставит Расти. Расти, кстати, прикольные. Классные. Каска. Ну что, скандал в миде. Сейчас у него крипа сожрут, сжирает у него крипа Йол и отправляется фармить. Минус один крип для Dragon Knight. Ну и лайн, соответственно, будет смещаться в сторону скандала. Стоять ему будет немного поуютнее и покомфортнее у своего тавра. БЗЗ на Пугне против Тимбера. Качаться будет, понятное дело, через вард. Ну, точнее, бласты вард в декрипифай в единичку. И Тимберу здесь будет не особо уютно летать на тимберчейнах. Цепануть его может и получиться. Ну что, здесь Луна. Луна будет стоять против Бристол Бека. Кстати, Бристола лучше щемануть, потому что видели мы в прошлой игре, что происходит, когда он приобретает себе ранний Вангвард, там колечко какое-нибудь и еще что-то. Герой, который выфармливает пятый уровень, и начинает унижать триплу, потому что убить его проблематично становится в спину. Поэтому лучше, наверное, как-то, да, загнать его за свой тавр и не давать ему возможности. Ой, как же по декрипифаю больно прилетает Эзершоком. Ну и будет так прилетать. В скором времени, возможно, здесь появится либо быстрая мека, либо быстрые арканы. И Кейксу здесь будет неприятно. Потратил он уже фласку. БЗЗ пытается тут загнать крипов. Что, по крипстациям 10 на 11 на 3 уже у Луны, это топовый крипстатс на карте. Следом идет скандал в миде, 10 на 6. В два раза обходит Dragon Knight. У него всего 5 на 1. Поэтому такое. Regeneration забирает скандал, пока еще без ботла, хотя, возможно, его тут и не появится.
Тут уже проюзали Fortification, потому что и хаки вступили в быстрый пуш. И он, кстати, удается. А аура в двушку прокачана у Луны. Саппорты имеют плюс 22 атаки без айтемов. И падает вышка. Забирают ее, правда, крипы. Не досталась она Луне, как ей бы хотелось. Урса здорово протанковала здесь крипов. Ну что, первая вышка Роксов осыпалась на третьей минуте. Что очень не очень для RoxKiss. Это 1000 золота в копилку. Обнимашек, вообще расчет был на то, что они будут быстро сносить вышки. Но здесь пугна пока третьего уровня. Посмотрим, что будет дальше. Появляется пока сапог у пугны. Ну, должны появиться арканы. На лайне с Растой они очень даже пригодятся. Йол, соуринг. У Энигмы и тишина пока. Луна, что, стики приобрела себе. Судя по всему, никаких быстрых мидасов не будет. Тут у нее есть базилька, которая обузилась, чтобы спушить вышку. Ну, кстати, опять включилась. Я так понимаю, что пойдут на Т2. Да, забирается здесь еще сатир из лесу. Волк также плюс 30% атаки. И, судя по всему, ребята отправятся пушить еще один лайн. Тут как раз-таки отвод был сделан катапульта. Да, залп подхиливает крипов сразу же сходу. И придется дефать. Придется дефать, сейчас как-то смещаться. И Т2 свое отстаивать, иначе его снесут. Брист подстопил крипов. Получает бимчик. Подхил крипов. Ну и что, падает. Падает пачка крипов, начинает падать вышка. Fortification уже нет. Вышка будет осыпаться достаточно быстро. Крипов Бристо увел, но здесь достаточно гапши. Скелетики, сатиры и прочая гадость. Катапульта расстреливает. Вот потеряли волка. Ну, ничего страшного, вышка уже почти отвалилась. Бристо уводит крипов на себе. Подхил, седой, еле живой. Ча включает подхил. Ну и падает вторая вышка. Вот она уже достается Луне. Почти пятый уровень, 900 на руках. Есть ПТ-шечка, грубо говоря, сейчас осталось перчатку купить. Да, очень уверенное начало по вышкам от ЕХАК. Получают они большое преимущество в начале, плюс 2000 золота. Можно посмотреть графики, полторашку они уже выигрывают. Цепляют в медле Драгонайта, но мне кажется, не хватит дэмэджа, чтобы его убить. Да, он просто отходит. Ну и на всякий случай сейф ТП сюда сделал Инча. Да, неудачный ганг. Я думаю, что сейчас будет смещение, и ребята пойдут сносить вышки, например, на топе. А почему нет? Здесь есть только пугна 4 уровня, у которой 1100 на руках. Возможно, приобретется уже арканчики, или же будет в меку идти. Тимбер, кстати, отлично себя чувствует на оффлейне. Имеет почти 6 уровень. По-прежнему топовый крипстатс принадлежит скандалу. 28-12, 27 у пугны. 25 у Йола в лесу, следом идет Луна. 24-3, но у нее есть вышка в запасе, которую он добил. Так, вот теперь в медле гораздо интереснее. Драгонайт почти погибает, но уходит. Грейв его сейвит, подхил скандал. Как же мало хп у него остается. Брэдфайр его достает. Драгонайт, и это минус скандал. First Blood падает в копилку Драгонайта, и появляется Драгонформ. Отпивается он ботлом, более чем достаточно хп, чтобы теперь попушить или еще что-нибудь, но вроде как не собирается. Не знаю, почему Луна до сих пор еще не сместилась на топ и не начали там агрессивные действия в сторону строения данного. Но я думаю, что в скором времени они это сделают. ТП в мидл от скандала, есть ПТ-шечка, есть нул талисман. Больше ничего. Но к Луне лайн вернулся. Она здесь спокойно стоит, фармит. Почти 6 уровень. Я думаю, можно дофармить здесь Eclipse, а уже потом выезжать куда-то. Ну, там получается Тимберсол. Забирает Энигму. Йол догулялся. У Йола есть хедреска, рецепт на баклер успел себе купить, но мека будет не самый ранний, скажем так. Ну, Энигму был Black Hole. Но он до сих пор есть. Луна продолжает фармить. Кто ее не трогает. Здесь наседают тем временем на вышку. Подходит еще одна пачка крипов. БЗЗ боится, конечно, подходить и кидать бласт, потому что можно получить стан от Драгонайта, который, в принципе, дотянется в драгонформе неплохо. Ну и падает очередная вышка. Третья за 6 минут. Забирает ее Тимберсол, у которого все вроде как неплохо. Стоит вард в кустах, он сейчас понял, получив нормальный так маноберна. Борда. Так, попытка цепануть. Ну, этому не отдадут. Так, подпиливают.
Вылетает сюда Драгонайт, получает хекс. Будет ли подхил? Нет, пока подхила. Ну, отсюда Габлак не уходит. Да и БЗЗ тоже, наверное, не отпустит. Буквально одна тычка остается, не дотягивается. Кидает себя в декрепифай. Пытается высасывать, но нет. Тимберсол забирает килл. Что ж, 4-0. Впереди команда E-Hug. Они же обнимашки. Они же бывшие Pretty Boy Swag. У Йола все не очень. Все плохо. Да, более 4000 на 7-й минуте уже выигрывают Ехаги. По XP, правда, всего 5 сотен, но это такое. Если они заберут еще пару Т1, Т2 вышек, то потом Луна уже пойдет с артефактами а-ля Доминатор и прочее бить автоатакой. Кстати, Луна 7-го уровня. Посмотрим нетворсы. Нетворсы печальные для RoxKeys. Топ-3 принадлежит команде Ехак, ну и понятное дело, что это все из-за вышек. 3800 у Луны, 3700 Dragon Knight, он забрал First Blood, 3000 Timber Soul, который стоял на оффлейне. Ну и начинает падать Т1, вышка в медле. Юзается Fortification, ОД, спрятал один раз, если что, ультимейт. Что у Седова? У Седова кроме ПТ ничего нет. Ой, какой рассказ, должен быть Black Hole, по троим, как же здорово, цепанули, ОД ультанул, здесь огромная проблема, у Dragon Knight Eclipse ультует Луна, минус тут же Раста, потеряли пока только Инчу, Dragon Knight жив, Тимбер спилил БЗЗ, но сам отправился тоже в таверну, попытка цепануть Луну, вряд ли увенчается успехом, Седова можно станет пытаться убить, но не стали. Что ж, размен в 2 в 2, потратили Black Hole, RoxKeys, ну такое, Dragon Knight остался жив, 8 уровень имеет. Откат ультимейтов очень долгий. До Black Hole теперь 170 секунд. В любом случае, реализован он неплохо. Жаль, только погиб БЗЗ. Пугна всего 7 уровень. 4-й бласт есть, можно попробовать спушить вышки. Кейкс фармит, есть арканчики. Смог приобретает Дазл. Возможно, мы сейчас увидим какой-то гангбанг. Эклипс тоже потратил Луна. 100 секунд без ультимейта. Тимбер фармит. Ой-ой, тут проблема у Тимбера на самом деле. Еще пару квилл спреев и... Да, забирает его Седой. Не знаю, почему так перебаковал. Очень много стаков на себя наловил уже. Плюс 100 атаки у... Бристлбека. Ну и тут же в ответочку погибает... Раз там где-то в медле ее подцепили. Не знаю, с помощью чего, правда, но не суть важна. 7-3 в пользу Ехака, и они заходят на тавр. Нет фортификейшена, здесь есть сатир, который сможет вытанковать много дэмэджа. Ну, и вышка, скорее всего, пойдет. Драгонформ, подбегает Луна, бонус по атаке. И вышка отваливается. Падает в копилку Дазлу. Дазлу почти 1000 маны, приобретает себе урну. Что, неужели будет заход на Т2? Да, с доминатором спокойненько ребята контролят крипов. ТП на топ. С попыткой цепануть БЗЗ подцепили, но ДК отменил ТП. Решил остаться в медле и похарасить вышку. Вышка нормально так отлетает. Эзершок. Крипов пытается сбрить. Седой. Будет ли вгрызаться? Будет ли плевок? Нет, плевка нет. Ну что, 10-я минута. RoxKeys потеряли уже 4 вышки. Что не есть хорошо. Но в ответ они забрали только одну на топ. И забрал ее БЗЗ. Появляется у него поинт бустер. Собрался парень в быстрый аганим. Сосать без КД. Хоста. Рогонайда. Есть уже барабаны полные. Гаражные стики. Ну и заход на Рошана. Да, поставят сейчас варды. Или без вардов будут пытаться забрать. Да, Седазл даст ультимейт, а он дал ультимейт, лучше отсюда уходить, потому что сейчас настакается бешеное количество минус армора, Black Hole еще нет, 15 секунд, и сейчас будет беда. Нужно сломать вард. Драться под вардом не вариант. Вард нормально дамажит. Минус армор там бешеный уже настакался, у Седова минус 10. Вард будет стоять еще 7 секунд. Нужно поломать. Ломают вард. Ну все, отбили вроде как Рошана. У Рошана пол хп, сами бить его не будут. Ехаги, силенок не хватит. Раста не потратил варды, можно повторить сейчас. Возможно, это даже принесет успех. Ну да, заход на Рошана.
Драгонформ, очередной ульт от Дазла. Ну вот теперь у Скандала огромные проблемы. Минус армор, сбивают Скандал, он не успел сделать ничего. Нужно поломать вард. Так, байбек от Скандала. Ставятся варды, лучше отсюда отойти. Дазл, есть ли подхил? Да, есть подхил. Ой, здорово, выхиливает. Поддекрепифаем, ну... Тимбера здесь не отпустили. Пошел не в ту сторону, грубо говоря. Но потратили вардов, которых теперь не будет на Рошане. Будут пытаться забрать так. Ну, посмотрим, получится ли. Седой танкует, очень много хп тратит, кстати. Стан по расте. ОД отправляет в астрал. Есть тут и декрепифай, и все. У Энигмы нет на блэкхол, но есть соуринг. Если проюзает, то хватит. ДК погибает. Забегает Луна под Эклипсом. Как же много дэмэджа сейчас залетает. Нужно поломать вард. Ломает вард. Ну и Бристл Бэк отправили в таверну. Драться здесь без мейн танка Роксан не очень. Тем более ДК сделал байбек. ТП, правда, у нее нет. И приходится идти пешком. Рошан с пол хп. Продолжает жить. Уже давно не фармят синькие лайны. БЗЗ. Ой-ой-ой, как же ему больно. Подпиливают его, прячет его. ОД в астрал. Результовался. Еле живая инча, тут же проюзует и своп, и будет хилиться. Мека. Теперь хватает на Блэк Хоу Энигмы. Ну, собираются подпушить. Будут ли разменивать Роксы Т2 на Рошана? Вроде как нет, собираются подраться. Т2 начинает отваливаться. Есть фортификейшн, поэтому можно довести до состояния Деная, а потом развести. Сидому в лицо. Листан. Ой, как здорово. Минус армор по троим. Вот сейчас Сидому уже лучше так не боковать. Что? Тут катапульты есть. Заход на тавер. Бластом. Крипы мгновенно сбриваются. Да, Дазл потыкивает по вышке. Вот так. Больше агрессию на себя скорее призывает. У Тимбера появляется Бродсворд. То есть ему будет Блейдмейл. Достаточно быстрый. Луна. Огр Клаб. И отправляется захватывать крипа или на топ подпушить. Здесь на топе тоже Т2 стоит. Но ребята в меде пока развлекают. Подпилил Скандала. Если там мека. Да, есть мека, если что, это все отхилят. Луна фармит. Ребята разбегаются. Ну и сейчас, наверное, Рокскис отправится на Рошана. Будут отдавать... Т2 на топе, тем более у них есть фортификейшн. Не стоит забывать, что Роксам менее уютно играть. У них пинг побольше на американских серверах. Ну и первую игру они знатненько так проиграли. Ой-ой-ой, минус армор по пятерым. Сейчас попал Дазл. Лучше не стоит, да. На стаковалось минус армора. Просто тьма. Ну и что, будут отдавать Т2 на топе просто так, без Рошана. У Луны, если что, есть ТП, есть Т1. И можно попробовать. Тимбер отходит. Рошанчик почти фуловый. Проюзан уже фортификейшн. Луна продолжает формировать вышку. Летает вышка так нормально. Медле стычки пока нет. Уходит отсюда ДК. Проюза руну инвиза из ботла. Пукна дынает вышку в медле. На топе задынает не получится. Я думаю, Луна будет забирать ее всеми силами. То есть, конечно, рынжовый крип не заберет. Нет. Остается вышка Луне. 5 сотен остается до БКБ. Что здесь драка начинается? Нужно поломать вард. Он так нормально нащелкивает. Сейвили Бриста. А вот ДК сюда, скорее всего, не отпустят. Подхиливает его Дазл. Будет ли Грейв? Блэк Хоул. Ой-ой-ой, Дазл сам зашел в Блэк Хоул. Где же там Луна? Луна должна врываться в файт с Эклипсом, но не получается. Стоят здесь варды, очень много настреливают. Выхиливают пока что инчу Грейвом. Ну, судя по всему, ни тот, ни другой отсюда не уйдут. Дазл точно отваливается. И, возможно, попробует спануть инчу. Нет, не стали цеплять инчу. Трех игроков потеряли здесь Ихаги ни на чем. Была бы Луна в файте с Эклипсом, все могло бы быть иначе, но Луны не было. Ну и Рошана, конечно же, заберут Рокскиз. Причем достаточно быстро. Держит его в сетке сейчас Раста и расстреливает. Что прилетает? Форстав прилетает к Скандалу. Ну а что тут делать? Тут ничего сделать не получится. Конечно, Луна, если забежит с Эклипсом, можно попробовать, но у нее нет БКБ. И там все очень красные. Лол, действительно, Луна с Эклипсом может сейчас натворить таких дел. Сейчас пойдет диск. Тимбер врывается. Как же удачно он сейчас заходит. Нужно поломать вард Луна с Эклипсом Скайграунда. Какой же вижен здесь. Здесь просто переворот. Скандал пытается уйти, получает бим. Ну и что, у Йола нет БКБ. Ой, БКБ, извиняюсь, Блэк Холла. Не отпустит отсюда и БЗЗ. БЗЗ сбривают. Что это, в ответочку минус 3. Очень больно пришлось. Ну и дроп Аегиса минус 4.
счетом дропа Егиса. Грамотно сыграли Луна. Тимбер здорово зашел в файт, дал вижен, и Луна просто с хайграунда Эклипсом уничтожил фактически Роксов. Что, будет заход на Т3? Ну, это, конечно, трудноватенько сейчас будет, несмотря на присутствие драгонформы. Все-таки герои ресуются еще очень быстро, всего 18 минут игры. Ну, вышку подхарасит, тем более фортификейшена нет. Да, нормально так с Луной. Вешается армора Дазла на свою команду, танковать здесь может сейчас любой фактически. Тавр начинает падать, есть ли блэкхол? Блэкхола нет. Ой-ой-ой, это очень плохо, маззамес может не получиться, подхил от Дазла и... Вышка сейчас будет падать. Упала вышка, забрал ее Dragon Knight. Есть мека, вардами зажимают Инчу. Ну, Инча отсюда не уйдет, ее высасывают, понятное дело, что ее будут просто отдавать. ОД. Подпилили. Dragon Knight на развороте, Сидому, Брэдфайр по троим, неплохо прошел. Тиммер заходит, очень много дэмэджа выдал, прилетает, йола, проблемы. Фиксанули. Скандал пытается уйти, диском его цепляют, но там варды на хайграунде, лучше туда не суваться, и ребята отходят назад. Хотел улетануть ОД, передумал. Драгонформ закончился, Седой плюется. Да, защищаются как львы сейчас, конечно, Рокс есть. Луна отправляется в мид подфармить, там огромная пачка крипов пришла к вышке. Ну и надо этот урожай собирать. Есть БКБ. До Эклипса еще минута. Дабл дэмэдж появляется в ботве у Dragon Knight. Ладно, давайте посмотрим нетворсы. 10 тысяч у Луны, 6700 Timber Soul, 6200 Dragon Knight, 5600 Enchantress. Топ-4 нетворса принадлежит команде Yhag. Ближайший к оппонентам это БЗЗ, у которого 5300. Более 10 тысяч по золоту на данный момент преимущество у Ехагов, ну и 2000 по XP. По XP не так сильно лидирует, но вот по золоту для 20 минуты очень даже неплохо. On, отхилю здесь Dragon Knight. Дают ему арканчики. Ну и что, где Т2? Т2 больше нет у команды RoxKiss. RoxKiss по-прежнему забрали только одну вышку на топе, и дело рук это БЗЗ. Dragon Knight. Приближается к 11 уровню. Второй Dragon Form совсем скоро появится. ЗЗ высосал. Ну, Аганима еще нет. У него 7 сотен. Попроще будет, конечно, в файтах. Ну, ему, кстати, до 11 уровня совсем чуть-чуть осталось. Луна фармит. 3-100 на руках. Возможно, мы увидим какой-то Гилсонг. Может быть, это будет Манта Стайл. Точнее, сначала Яша. 3-4 в любом случае уже есть. Так, здесь кого-то цепанули. Цепанули Йола. Получает он стан, Брэдфайр. Может, конечно, кстануть Блэкхол здесь Йол, но смысл команды рядом нет, и спасти бы его никто не смог. Ну, на 3700. Купит сейчас ТП-шечку и продолжит пушить топ. Скорее всего, они, наверное, будут дефать Т1. Есть фортификейшн, проюзали фортификейшн, будут ли ТП-шиться или отдадут. Ну, судя по всему, будут отдавать, несмотря на то, что у них сейчас численное преимущество. Хотя нет, есть ТП, Dragon Knight запрыгнул, будет ли цеплять скандала. Тот, что попал под минус армор, скандалу тонну дэмэджа просто вливают. Выталкивается скандал форстафом, диском вот спанули, минус скандал. Будут ли цеплять еще кого-то? Нет, пока никого не цепляют, но вот есть дабл дэмэдж у Dragon Knight, и 40 секунд не будет ОД. Можно попробовать... пропушить Т3. Хотя Т3 уже нет, да, тут голые бараки стоят. Можно рейнджовый поколупать. Пытаться развести на байбек, которого нет. У нас Эклипсом, кстати, почти 15 уровень. Почему-то сворачивают ребята, или нет. Все-таки 20 секунд есть, можно пробовать зайти на хайграунд, я считаю. Будет очень даже... действительно, даггер появляется у Энигмы, Раста приобретает форстав. Есть чем синициировать. Испугались Yhag. Не хотят заходить. На хайграунд. Став у Визарди у Enchantress. Но это понятное дело, что идет потихонечку к Аганиму дело. Осталось 2000. И импетусы будут залетать. Ой-ой-ой, как больно. Боятся Yhag'и пока. Непонятно чего, правда. Более 12 кусков уже по золоту преимущество. 7,5 по экспириенсу. Луна очень сильно сейчас выглядит. Появляется у нее Гилсонг. 200 атаки с руки. 1400 на руках. Совсем скоро мы увидим Баттерфляй. Ну, а, наверное, ждут БКБ у Dragon Knight'а.
который скоро им появится. Ой, сколько тут стаков. Ну и сплэшем начинает их фармить ДК. И он их отфармит. Пришли все тут на экспу. Так, как раз таки хватит на БКБ. Форстав появляется у Дазла. Ну, араксы окопались. Окопались, на самом деле, у себя на хайграунде. Никто сейчас не фармит, зато команда ЕХАК выфармливает и чужие леса, свои стаки. На линии фармит Луна. И вот он смог. Смог. Будут пытаться кого-то выцепить. Габлак сейчас не читает игру. Далеко находится команда оппонентов. Но ребята зажались на базе, не получают вообще ни копейки фарма. Смог от Рокскиз, и они идут на поиски чудес чудесных. Даггер есть у Энигмы, можно попробовать ворваться, инициировать. Но сейчас очень многое будет зависеть от этого Black Hole, потому что если очень много притянет, то там и бласты, и ульты ОД, и варды. Так, должна запрыгивать Энигма, Энигма запрыгнула, двоих спанула. Йоу, как же здорово тут, ну... Не хватает дэмэджа, чтобы убить. Дазл выхиливает. Йоу, скопытился. Седой пытается уйти. Диск крутится прямо на БЗЗ. БЗЗ закинул себя декрипифай. Сосет у Кейкса. Кейкс еще кое-как живой. Драгон Найт. Кончился Драгон Форм. Ульта ТД. Ну, убили пока только Дазла. Остается в живых только ОД, который пытается сделать тэп-аут. Если Бим. Нету Бима. Точнее, был Бим. Ну, судя по всему, Вижена не было. На хайграунде, что ли, стоял. ОД. Ну и что? Показывает гол сносить в мидл. Там Луны 2800 уже хватает на Баттерфляй. Заходит. Заходит на хайграунд. Живых только скандал. Драгонформ пока нет, подцепить его нечем. Идут на бараке. Кстати, почти хватает на Аганим. Но начинает бить рейнджовый барак, как Каспер завещал. Ну и, судя по всему, он упадет. Fortification. Попытка засейвить. Луна тем временем в медле. Барагозит, сносит крипов. Ну что, здесь драка. Цепанули БЗЗ. У БЗ огромные проблемы. А нет, это Габлак. Габлак по дискам ходит. Ну и Драгон Найт не прощает. Кью, правда, забирает Тимберсоул. Луна. Бимчик. Седой вылез. Ну, Седой, несмотря на то, что это Бристол Бэк, даже в спину его забирают. Сосет здесь БЗЗ, стоит вард, вард снесли, БЗЗ есть аганим, может сосать без КД. Ну и начинают сносить барак. Будет ли стан, там уже минус 24 армора, кстати. Падает и мили барак, получает стан, тут маны уже выпил тьму тьмущую. Подхил от Дазла, что ж, минус первая сторона на 25 минуте. Рокскиз пока теряют. Бараки, не разменяв их ни на что. Выталкивает форстафа. Тимбер жив, целый орел. Есть блейдмейл и совсем скоро будет блудстоун. Хотя уже хватает на блудстоун. Осталось только забрать арканы и приобрести виталити бустер. Да, все печально у Рокскиз. Баттерфляй к Луне прилетел. 16 тысяч по золоту, преимущество 15 тысяч по XP. Ну что делать Роксам? Роксам нужно как-то переворачивать. Я не знаю, с помощью драки на Рошане и Блэк Холла в пятерых, разве что удачного ультимейта ОД. Ну и чтобы в варды расты зажали пятерых, тогда появляются какие-то шансы. Что, он агрессирует? Да, на самом деле Луну сейчас убить очень трудно с БКБ. Дэмэджа много. Выживаемость тоже неплохая. 1200 хп. 20 почти армора. Regeneration для ОД. Да, дорогие друзья, я включил вам чатик, только не барагости. Так, цепляют в медле. ДК. Огромная проблема. Малифейс. Ну и вот высосут. Хотя Грейв ему подхиливает кое-как. Забегает сюда Луна под Эклипсом. Хотя много крипов, но они мгновенно сбриваются. Пытаются убежать отсюда БЗЗ. БЗЗ. ОД сейвит в астрал. Правда, ненадолго. Я думаю, сейчас вылезет БЗ. Его мгновенно сбреют. Да. Кидает себя в астрал. Бим от Луны. Ну и тычкой добивает. ОД тем временем забирает Кейкс. Седой. Начинает драку. Байбек от БЗЗ. Седого тоже сбривают. Дабл килл от Кейкса, все живы. Байбек сделал только БЗЗ. Три игрока, Рокскиз в таверне, и начинает падать тавер. Бимом сбивают, подцепили. Ой-ой-ой, как же больно здесь пугне. Ну и ну что, на 60 секунд в таверну. Я думаю, эту ГГ, well played.
для команды RockSkiz. Ну и Ехаги, они же Pretty Boy Swag, бывшие, проходят дальше, где их уже ждут Speed Gaming, которые сегодня отвалились. Какой Black Hole! Какой Black Hole по пятерым! Тут же рассказ ставится варды, но дэмэджа все равно не хватает. И сбривает тут мгновенно инициаторов. ГГВП пишет Седой. Что ж, поздравляем команду Pretty Boy Swag с победой. Пожелаем удачи завтра им в бою против Speed Gaming International. На протяжении дня для вас сегодня работали Вилат, Годхант, следом Годхант и адекватный закончил уже только я. Спасибо, что были с нами на протяжении сегодняшней трансляции. Приходите завтра. Завтра Каспер с адекватом будут освещать для вас второй игровой день данного турнира. Ну и что, хочу сказать вам спасибо за то, что смотрите нас. Без вас StarLadder не StarLadder. До скорых встреч. Пока, катаны.